Указ о дне государственного флага Российской Федерации президент России подписал в далеком 1994 году. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Сегодня в Ненецком округе, как и по всей стране, прошли праздничные мероприятия. Полина Семяшкина с самого утра на ногах, ведь у девушки-волонтера сегодня особая миссия – вручать жителям округа главный символ праздника – ленточки триколор. Я участвую в этой акции первый раз. Как бы для меня это все по-новому. Мы сегодня раздаем ленточки в честь нашего российского флага. И где-то мы раздали более 100 ленточек точно. Люди берут флаги, люди поздравляют. Приятно слышать очень поздравления от них. Поздравил жителей региона с праздником и председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Хочется пожелать всем жителям Ненецкого автономного округа крепкого здоровья. А самое главное – понимать, что Родина, большая и малая, у нас одна. И мы все должны сделать для того, чтобы гордиться ею. Поэтому наше старшее поколение, наше настоящее, наше будущее, которое заложено в детях, это все объединяет государственный символ, такой как флаг Российской Федерации. В день государственного флага России на улицах Наринмара было оживленно. Ведь для детей и взрослых работали развлекательные площадки. Мы сами проводим площадку дворового праздника от молодой гвардии для детей. В нее включаются игры, эстафеты, конкурсы, сладкие призы, флешмобы, также есть игра в шашки. Кроме того, в рамках федеральной программы «Знаю Россию» проводились соревнования по скоростной сборке «Спилскарт» Российской Федерации и ее субъектов. Это очень тяжело, и они очень маленькие, поэтому тяжело их на место вставлять. Задание для настоящих знатоков страны действительно сложное – собрать карту России максимально быстро, всего за 10 минут. Те, кто подходит, увы, без специальной подготовки никак. Но мы их зовем в наш центр для практики. В любой момент можно будет попытаться сдать. То есть ребята потренируются, также пособирать в течение там, двух, пары дней, трех. Запомнить примерно расположение субъектов и могут попытать счастье. Есть у них интерес? Много подходит, да? Детей очень много подходит. И люди за 50 лет, так вот. Вообще, в этот день главного виновника торжества можно увидеть повсюду. Над зданиями всех госучреждений и в руках жителей округа, пришедших на праздник. А ты знаешь сегодня какой праздник? Пожелаю, наверное, благополучия, мирного неба над головой. Счастья и здоровья, чтобы не было никаких войн между странами, чтобы было все хорошо. Любовь Пермякова, Владислав Ноускин, телеканал «Север».